Labrīt, cienējamie kolēgi! Šodien mums ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes kārtējā preses konference, kurā mēs labprāt atbildēsim uz visiem svarīgiem jautājumiem. Natālija, lūdzu, vārds tev! Jā, labrīt visiem! Nu, vēlreiz sveicu ar uzvaru, skaistu uzvaru. Nu, cerams, ka arī turpināsim ar tikpat patīkamām tēmām šodien. Lūdzu, plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, kam ir jautājums? Ирина Федотова-Городова. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как вчерашний выходной неожиданный пережили структуры самоуправления и вообще как отреагировало руководство города на вот такие внезапные спонтанные решения сайма? Спасибо. Tad, kad kaus vakara, kā tika galā ar vakara dienas negaidīto brīvdienu pašvaldības iestāde un arī kā domes vadība reaģēja uz šādiem spontāniem lēmumiem? Ну, в принципе, свои мысли я высказал вчера публично на этот счет, точнее, даже ночью, когда парламент 23.55 принял такого рода решение. Я думаю, добавить к тому, что я сказал вчера, ну, с моей точки зрения, мне нечего. Это во-первых. Во-вторых, дополнив, как сказалось, ну, в принципе, ночью мы решали, что общественный транспорт пойдет по графику рабочего все-таки дня, а не выходного. То есть это затрата. Да? Помимо затраты с точки зрения самой сетки, это еще и двойной заработок с точки зрения доплат за выходной день. Также ночью принимается решение о том, что будет работать Дагупилская региональная больница. То есть все люди, которые были записаны, детская поликлиника, люди, которые были записаны на тот момент на понедельник на запланированные процедуры, ну, которые надо нашей стране ждать порой по полгода, чтобы потом их перекинуть. Ну, это глупо, да, на самом деле. Далее, конечно же, еще сегодня будем подводить итоги с управлением образования, потому что предприниматели, которые занимаются питанием в школах и в детских садах, они же тоже заранее продукты закупали и заранее заготовки делали для этих продуктов, для того, чтобы кормить детей. Но тоже минус. Не хочу быть грубым, но спикер парламента не в своем уме. И на самом деле не совсем вообще понимает, как работают города, как работают предприниматели, как работают, скажем так, если посменная работа на предприятиях, да, или если, допустим, я знаю предприятия, где суббота-воскресенье, делают, допустим, для какого-то производства продукции саготовость, да, а другие смены на следующий день уже делают готовую продукцию. То есть это, ну, не совсем адекватное решение 23.55. Лучше бы вот так посмотреть, во сколько обошелся выходной день государственному бюджету, это миллионы. Вчера подводилась цифра приблизительно, что это может быть стоит 9 миллионов. А теперь давайте посмотрим, какой суммой будет награждена латвийская сборная. 102 тысячи сборной и, по-моему, 107 тысяч федерации. Это 209 тысяч евро. В хоккейной команде 40 человек. Разделим 210 тысяч на 40 человек, 50 по 5 тысяч. Это еще без учета вычета налогов, да, будет. Ну, не позорились бы на самом деле. Дали бы нормальные премии всем и в свободном режиме, скажем так, отпустили бы все работодатели работников, которые хотели бы встретить сборную. Или, допустим, вообще перенесли бы данное мероприятие на пятницу, на субботу, ну, тогда бы уже действительно погуляли бы в такой ситуации. А так, ну, конечно же, не совсем продуманный
продуманные решения. Во сколько это обошлось, мы буквально за эти дни подсчитаем. Вот. Ну и учитывая, что спикер парламента, как известно, после вчерашнего дня обрел себе новый имидж каждой бочки затычка, то мы ему вот счет на самом деле и выпишем. Во всяком случае, семейным врачам вчера пообещали компенсировать, педагогам тоже вчера пообещали компенсировать, которые участвовали в экзаменах. Ну, вот как-то так. Да. Я дома спрошу, я там с я поводу публики вахар, вай за прати за кнакти, протамс, кад пьеним стиглаемом с 5 минут, с первым с 12 накти, тад пьебилс пашлайк вайрс науко. Kai otrkārt, kā jau tika teikts, naktī mēs pieņēmām lēmumus par to, kā strādās sabiedriskais transports, vai tas kursēs pēc darbadienu grafika vai pēc brīvdienu. Tie arī ir izdevumi, jo ir nepieciešams arī darbiniekiem piemaksas par darbu brīvdienā. Naktī arī tika pieņems lēmumus par to, ka strādās Daugavpils reģionālā slimnīca un arī bērnu poliklīnikas un ārstniecības iestādes, lai cilvēki nezaudētu šos pierakstus, kas jau bija veikti iepriekš, kas mums valstī ir jāgaida vairāk nekā pusgadu. Šodien tad arī apkūsim rezultātus ar izglītības pārvaldī, jo arī ēdināšanas uzņēmumiem, kas nodrošina ēdināšanu gan skolās, gan bērnu dārzos, ir iepriekš iepirkti produkti, kā arī veidotas sagatavas, un arī ir atdušies zaldējumi, nevēlos pēc rūpīšu, taču šķiet, ka saimā nesaprot, kā strādā mūsu valstī uzņēmumi, kā notiek maiņu darbs, jo dažiem uzņēmumiem sagatavas jau tik veiktas sestdienu un svētdienu, un tad nākamajā dienā, lai varētu ražot gatavu produkciju, tāpēc šajā ziņā šis nebija īsti adekvāts lēmums, un pēc pagaida aplēsēm, vai izmaksas varētu būt ap 9 miljoniem eiro, un taču skatoties, kāda summa tika piešķirta mūsu valstsvienībai, tad ir 102 tūkstoši komandai un 107 federācijai, tad tie komandai ir 40 cilvēki, tie ir aptuveni 5 tūkstoši uz vienu cilvēku, būtu labāk neapkalnojuši seju un piešķirtu spēlētājiem normālas prēmijas, un arī šajā dienā uzņēmumi varēja paši palaist savus darbiniekus, tie, kuri vēlējās atzīmēt šo dienu un sagaidīt mūsu komandu, vai arī varēja pārcelt šo dienu uz citu dienu, uz kādu piekdienu vai sestdienu, kad visi varētu arī normāli nosvinēt, tāpēc šis lēmums ir diezgan nepārdomāts, un arī tuvākajās dienās mēs tad veiksim šos aprēķinus, cik tas būtu izmaksājis pilsētai, taču jau valdība ir solījusi, ka gan ģimenes ārstiem, gan pedagogiem šī diena tiks kompensēta. Un arī saistībā ar šo jautājumu čatā izglītības pārvaldes vadītājiem arī neco ir piebildusi, ka valsts pārbaudas darbi notika pēc grafika, mierīgi un bez pārpratumiem. Tad varam pāriet pie nākamā jautājuma čatā Viktorija Gaikiča LV vaicā. Pašvaldība ir izpirkusi teritorijas privāti īpašumus blakus Rugi ir ūdenskrātuvai. Kas tiek plānots šajā teritorijā un vai kādas izmaiņas darbi ir sagaidāmi jau šogad? Nu, nav izpirkusi. Kā mēs zinām, tad Rugi ir ūdenskrātuve pēc kadastra datiem ir sadalīta divās daļās. Un viena no tām daļām pieder pašvaldībai, otra daļa pieder privātu personām, respektīvi juridiskai personai. Un šobrīd notiek diskusija ar šo privāto uzņēmēju par minētā īpašuma izpirkšanu, tā, lai visa Rugiļu ūdenskrātuve atrastos pašvaldības īpašumā. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tas ir nepieciešams, lai attīstītu Rugiļu ūdenskrātuvi un tās teritoriju vienotā veselumā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, šobrīd attīstības departaments ir pieteicis vienu projektu attiecībā uz ūdenskrātuves esošās krasta līnijas sakārtošanu. Gadījumā, ja šis projekts tiks apstiprināts, tad manuprāt, jau nākošajā gadā mēs varētu iet uz
minētās ūdenskrātuves teritorijas sakārtošanu. Daina, esi šeit vai neesi? Papildinu varbūt tās par šo ir vīzi. Jā, mēs esam pieteikušies Latvijas-Lietuvas pārobežu programmā. Tas ir atklāts konkurss, tāpēc, nu, kā ies, to mēs vēl redzēsim, bet tad, ja projekts tiks apstiprināts, tad nākamajā gadā varētu būt teritorijas labiekārtošanas darbi. Tātad vairāk arī domājot gan par pludmales sakārtošanu, gan arī izveidojot aktivitātes, kas saistītas ar zaļo infrastruktūru un nu, principā, jā, tā būtu teritorija aiz esošās pludmales. Paldies. Līdz ar ko, pēc būtības, nu, tā strateģiski šobrīd pašvaldība jau ir iezīmējusi Rugiļu ūdens krātuvi kā vienu no strateģiskiem objektiem, kuram nu, nākošos divos gados ir jāattīstās un šobrīd ir pieteikts labiekārtošanas darbiem, kuri nepārprotami skars arī atbildot uz nākošo jautājumu, arī tai skaitā pieguļošo teritoriju nometņu ielā 50-159, kur mēs kā Lego plucīti veidosim un sakārtosim visu Rugiļu infrastruktūru kopumā. Es, nu, ļoti īsumā pirmais diskutējam šobrīd ar īpašnieku par izpirkšanu. Es domāju, ka to, ka laikā mēs šo jautājumu skatīsimies domas sēdē, un otrais attiecībā uz gan ūdens krātuvi, gan uz nometņu 159 jau ir pieteikts, pašvaldība pieteikusies projektiem par finansējumu saņemšanu teritoriju labiekārtošanai. Paldies. Tad varam pāriet pie nākamā jautājuma. Lūdzu, kuram no klātesošiem? Ирина Федотова, Городовна. Вопрос о настольном теннисе. Любители этого вида спорта сетуют на то, что им поиграть негде. В двух местах, где установлены столы, в волейбольной школе, олимпийском центре, эти столы не выдерживают никакой критики, они морально уже и физически устарели. Кроме того, недавно стоимость аренды их была поднята. И еще сообщаю, что в волейбольной школе закуплены два более новых стола, но они уличные, и шарик от их поверхности не отскакивает. Что можете сказать вот по этому поводу? Спасибо. Jā, tātad jautājums par galda tenisu. Šī sporta veida cienītāji sūdzas par to, ka viņiem nav ko uzspēlēt. Galdi, kas ir volejbola skolā un olimpiskajā centrā pieejami, jau ir morāli un fiziski novecojuši, kā arī nesen tika palielināta noma. Tāpat arī volejbola skola nesen iepirka divus jaunus galdus, taču tie ir paredzēti spēlēšanai ārā un bumbiņa no tiem neatliec. Ko jūs varat komentēt šajā sakarā? Спасибо за вопрос. Я вот смотрю, что тут есть Владимир Штейнберг. Владимир, расскажи, пожалуйста, нам, что от чего отскакивает или не отскакивает? Ты у нас профессионал по отскакиванию. Или по настольному теннису. День добрый. Ну, честно говоря, первый раз я слышу такую... Вообще, к нам никто с таким вопросом пока что не обращался, когда... Было обращение по поводу специального помещения, выделения для организованных занятий настольным теннисом. Ну, в тех рамках, что было возможно, мы его решили, оборудовав специальное место на балконе большого зала Олимпийского центра. А других обращений пока что на сегодняшний день не было. Если есть такой вопрос, то, конечно, его стоит рассмотреть. И эти настольные столы не стоят миллионы, инвестировать там, тысячу другую, чтобы обновить это, я не вижу большой проблемы. Просто такой вопрос, впервые о нем слышу, честно говоря. Спасибо. Посоветуйте, пожалуйста, к Владимиру обратиться. Он обязался решить, я понимаю. Инга. Jā, tātad runāt par šo jautājumu, tad Štenbergums minēja, ka nav saņemts neviens iesniegums vai pieteikums šajā jautājumā, kad bija šie sporta veida cienītāji vērsušies sakarā ar telpām, tad tas iespēja robežās tika atrisināts, viņi tika atvēlētas telpas uz lielās zāles balkona, un, protams, ja ir šāds jautājums, tad tas ir jārisina, jo šie galdi nemaksā miljonus, tai varētu būt daži tūkstoši. Tāpēc tad lūksim šos sporta veida cienītājus ar šo jautājumu vērsties pie Štenberga kunga, un tas tiks risināts. Paldies. Lūdzu, Natasha, можно мне задать вопрос? Лудза, я Лариса Кириллова.
Тоже вопрос касается темы спорта. Ну, буквально недавно появилась информация о том, что все-таки все стороны, которые в той или иной степени причастны к развитию футбола в нашем городе, ну, пришли к какому-то единому знаменателю. Означает ли это, что все-таки вот взаимным претензиям, ну, с одной стороны, с другой стороны, с третьей, возможно, положен конец? И как в дальнейшем будет все-таки развиваться футбол в нашем городе? Jā, tātad jautājums turpinot sporta tēmu. Nesen izskana informācija, ka visas iesaistītās puses, kas nodarbojas ar futbola attīstību pilsētā, ir beidzot panākušas vienošanos. Vai tas nozīmē, ka šīm pretenzijām no visām pusēm ir beigas un kā turpmāk tiks attīstīta futbols mūsu pilsētā? Jā, Vladimir, načino, tu pradožiš tagad. Larisa, situācija ļoti, ļoti prastāja. Jā, bija neskazāba, ka Daugavpils samoupravlēnie были бы претензии или даже назвал бы это претензией. У самоуправления была достаточно простая позиция. Первое. Нам необходимо, чтобы в городе была бы стратегия развития футбола. В стратегию включаются два элемента. Первое – это инфраструктура и развитие инфраструктуры. Это означает, что необходимы новые искусственные поля, одно, как минимум, естественное поле, плюс сам по себе навес для того, чтобы дети могли бы заниматься, в том числе и зимой. И второе – это содержательная часть отношения города и частного клуба. Так как город – это не частная лавочка, то те принципы, которые были до этого – для нас неприемлемы, и поэтому основная позиция была в том, что так как город, так как Министерство образования вкладывают порядка, наверное, около 600 тысяч евро в год, и только на содержательную часть, зарплаты тренерам, поездки, там, командировки, бенес наудосы и так далее, то, безусловно, город в лице футбольной школы И в этой футбольной школе должны находиться детские паспорта. Сегодня то, что произошло, по итогу дискуссии, которая длилась, ну, если не ошибаюсь, наверное, 4 года, все стороны подписали договор о вложениях в инфраструктуру раз, о возвращении паспортов на детей в школу два, которые когда-то были, ну, назовем так, присвоены или украдены. Да, и на сегодняшний момент футбольная школа становится, скажем так, центром развития именно футбола в Даугавпилсе. Более того, мы будем поддерживать команду высшей лиги БФЦ в чемпионате Латвии с условием, что часть денег, которые дает город, пойдет все-таки в том числе и на детей нашей школы, а не на легионеров со стороны, то есть на подготовку именно наших спортсменов. У нас похожий принцип работает на сегодняшний момент и в волейболе, и, допустим, в хоккее, когда мы и в спидвее, когда мы финансируем команду, которая находится на вершине пирамиды, то наша главная цель, чтобы в этой команде играли, участвовали бы, профессионально развивались, в том числе и дети, скажем так, ну, малого возраста, которые являются одновременно и учениками одной или другой спортивной школы. На сегодня все об этом договорились. Сразу же скажу, что это не первая договоренность. У нас похожие договора были заключены, если не ошибаюсь, наверное, в 19-м, да, Владимир, году, по-моему. Да, на тот момент они со стороны клуба не соблюдались, поэтому, думаю, они были расторгнуты. Ну, теперь я все-таки хотел бы говорить, наверное, о новом этапе, о, скажем так, позитивной новости как таковой, в рамках которой Федерация футбола вложит в инфраструктуру Даугавпилса более, ну, миллиона евро. Даугавпилское самоуправление вложит развитие футбола на протяжении 4 последующих лет тоже похожую сумму в данной ситуации. Ну и, конечно же, вопрос именно подготовки наших детей в рамках этих договоренностей. Ничего личного, но центральный элемент развития футбола, да, у нас будет футбольная школа, а не частный клуб.
Владимир. Atļaus Mingai varbūt iztulkot šo daļu. Jā, tāpat es neteiktu, ka Daugavpils pašvaldībai pilsētai būtu kādas pretenzijas. Visdrīzāk pašvaldībai vienmēr bija konkrēta vienkārša pozīcija par to, ka pirmkārt ir jābūt futbola attīstības stratēģijai, kas ietver gan infrastruktūru, gan arī tās attīstību, kā arī jāveido mākslīgie laukumi, kā arī viens zāles laukums, kur varētu trenēties arī nojumē, lai bērni varētu trenēties jebkādos laikapstākļos. Un otrs jautājums ir par uzturēšanu, jo atvainos, futbola infrastruktūra uzturēja gan pilsēta, gan arī šīs privātais klubs, un tad galvenā pozīcija bija tāda, ka tā kā gan pilsēta, gan arī izglītības ministrija iegulda uzturēšanā aptuveni 600 000 eiro gadā, gan nodrošināt algas treneriem, gan komandējuma nauda, gan dienas nauda, tad šīs bērnu pases ir jānodot atpakaļ futbola skola. Šī diskusija ilgā aptuveni 4 gadus, un beidzot tika noslēgts šīs līgums gan par šiem ieguldījumiem infrastruktūrā, gan arī par to, ka šīs bērnu pases tiks nodotas atpakaļ futbola skolai, un tad futbola skola būs futbola attīstības centrs mūsu pilsētā. Protams, mēs turpināsim arī atbilstīt šo komandu BFC, jo to arī daļai sponsorē pilsēta, taču kādu nolūku, lai tā arī būtu iespēja sagatavot un trenēties mūsu bērniem, jo līdzīgi arī notiek citos sporta veidos, kur galvenais mērķis ir, lai šajās komandās spēlētu un attīstītos mūsu bērni, kas ir arī kādas konkrētas sporta skolas audzekņi. Līdz ar to par to mums ir izdevies vienoties, līdzīga vienošanās bija arī iepriekš 19. Gadā, taču klubs to neievēroja, tāpēc domāja lauza šo līgumu, un tāpēc ir cerība, ka tagad ir sāksies jauns posms, tuvākajās gados futbola federācijā veiks ieguldījums aptuveni 1 000 000 eiro apmērā, kā arī pašvaldība trijos nākamajos gados ieguldīs līdzīgu summu, un tā visa rezultātā galvenais futbola attīstības centrs ir elements mūsu pilsētā būs tieši futbola skola. Paldies, Vladimir. Vladimir, если я что-то не договорил. Да-да, я бы хотел бы, может, только уточнить, что, в принципе, эти 4 года нельзя назвать, наверное, обоюдными претензиями. В принципе, мы все эти 2-4 года, сколько это длилось, защищали, в первую очередь, интересы самоуправления, что, в принципе, и сейчас результировалось в то, что эти договора, ну, по максимуму, то, что необходимо было самоуправлению достичь, то достигли. Это, как уже председатель упомянул, это весь детский и юношеский футбол в рамках городской школы. И, в принципе, на сегодняшний день, наверное, инвестиции в городскую футбольную инфраструктуру такие, которых еще не было ни в одном самоуправлении. Я даже знаю, по нашему примеру, Вентспилс начинает переговоры с Федерацией футбола Латвии, чтобы заключить такой долгосрочный инвестиционный договор. Чуть-чуть хотел бы поправить председателя в том плане, что клуб будет финансировать детский футбол не с тех денег, которые выделит город, а с тех денег, которые они получают Федерации футбола именно на развитие детского футбола. Наконец-таки мы достигли того, что все финансирование, которое предусмотрено на детский футбол, будет аккумулироваться в одном месте, и это место будет городская школа. В том числе также дети, которые все занимаются футболом, будут в одной городской школе. Одновременно клуба, который сотрудничает со школой, соответственно, будет, если так можно сказать, право первой руки на тех воспитанников школы, чтобы их привлекать к играм, к тренировкам в команде высшей лиги. То бишь этот клуб становится пирамидой детско-юношеского футбола полноценной, куда воспитанники школы будут переходить после окончания школы. Paldies. Tātad nedaudz precizējot šos diskusijas 2 vai 4 gadu garumā nevarētu saukt par pretenzijām. Mēs vienkārši centāmies aizstāvēt pašvaldības intereses, un tagad noslēdzot šīs līgumus ir panāks tas, ka pašvaldības mērķi lielākoties ir sasniegti, un bērnu un jauniešu futbols turpmāk attīstīsies futbola skolas ietveros, kā arī jāmin šīs nepieredzētas līdz šim investīcijas futbola infrastruktūrā, kas pat tagad pat citas pilsētas, piemēram, Ventspils cenšas panākt tādu pašu līgumu noslēgšanu ar futbola federāciju par šāda mēroga investīcijām. Un arī nedaudz precizējot, tad klubs finansēs šo bērnu futbola attīstību nevis no pilsētas piešķirtiem līdzekļiem, bet gan tieši no federācijas līdzekļiem, tādējādi viss šis finansējums, kas paredzēts bērnu futbola attīstībai, akumulēsies tieši futbola skolai.
Protams, klubs, kas sadarbosies ar skolu, lai piesaistītu šos jaunos spēlētājus savā komandā, un arī audzēkņi tad pēc skolas beigšanas varēs turpināt savu karjeru, savu attīstību šajā klubā. Paldies. Vai mums vēl ir laiks kādam jautājumam? Nu, Irina, ļoti gribas. Lūdzu. Скажите, на какой стадии сейчас находится разработка модели управления Даугавпилсской крепостью? Вообще вырисовывается какая-то картина? Как вообще будут ею управлять всем этим большим комплексом? Под када посма пошла кейр цветочня парвалдес модель изстраде, он вай явер аптуэнный зинамска искатисяши цветочный парвал. Если очень коротко вырисовывается. Но когда вырисуется, тогда мы об этом расскажем. Инга? Тот я иси, тот я шесть процесс изъемаюсь, он как я тот был вилный дискайд, остат я мэс им спорту апостастикс. Палдис, чата яутайм, но пацал троку изнем от Иринас, Арина, это новел пэдэйо яутайм, варбуд. По поводу питания в школах, все-таки хотелось бы узнать, к чему, пришли уже к какому-то решению или нет? Алексей, я бы сказал, что идут только закупочные процедуры. Совершенно верно. Поскольку я думаю, что я начну, если что-то, может быть, не упомяну, госпожа Исупова меня поправит и дополнит. На данный момент для каждой школы разработан, собственно, свой лот в закупочной процедуре. Собиралась комиссия, мы очень долго обсуждали, какие требования включать. В том числе, скажем, самые большие пункты были отданы тем, будут отданы тем предпринимателям на конкурсе, которые предусмотрят действительно в какой-то мере шведский стол, то есть выбор для детей, чтобы фирма обеспечила, скажем, не одно только второе блюдо, не один салатик, не одно первое там и так далее, а чтобы дети могли сами выбрать из предложенных, скажем, блюд. Но и надо понимать, что наши школы, они очень разные по своей структуре, они очень разные по своему техническому обеспечению, по своей, так сказать, строительной ну, форме и так далее, и так далее. Где-то большие столовые, где-то маленькие столовые. В связи с этим возникают ну, разные требования к предпринимателям, которые работают в этих школах. Закупочная процедура объявлена, сейчас она идет. Как только будет закончена, конечно, мы оповестим в том числе и средства массовой информации. Tātad jautājums bija par ēdināšanu skolās. Tātad šobrīd katrai skolai ir izveidota sava lote šajā iepirkuma procedūrā. Ja mums ir ļoti pamatīgas diskusijas par to, kādas prasības tad ietvert. Un priekšroka tiks dota tiem uzņēmumiem, kas spēs paredzēt šo zviedru galdu, jeb izvēli bērniem, ne tikai vienu pirmo vai otru ēdienu, bet lai bērni paši varētu izvēlēties. Kā arī ir jāņem vērā to, ka mūsu pilsētā skolas ir dažādas, gan pēc struktūras, gan pēc tehniskajā nodrošinājumā, citās ir lielas, citās mazas ēdnīcas, tas arī ir jāņem vērā, tad izstrādāt šīs dažādas prasības. Tad ietvirkuma procedūra pašlaik ir izsludināta, tā norit, un kad tā noslēgsties, tad mēs arī informāsim pārsūdījumus līdzekļu. Paldies. Isupovas kundze norādījusi, ka Vasiļeva kundze atbilde ir izsmeļoša, līdz ar to viņa pievilži nekādu nebūs. Līdz ar to, laikam varam noslēgt šo preses konferenci. Jā, paldies, cienējami kolēgi. Šonadēļ ir arī atkārtošos pilsētas svētki un pilsētas svētku programmas, tāpēc aicinu visus ar tām iepazīties. Programmu klāsts ir ļoti plašs un visus gan žurnālistus, gan arī visus pilsētniekus, gan arī lasītājus, klausītājus aicinātu arī ņemt dalību pilsētas svētkos, pilsētas svētku pasākumos. Nu, būs superīgi. Paldies! Visu labu!